Я тебе расскажу про Керчь, я тебе расскажу сейчас, как над городом бился смерч, закрывая полнеба в раз, как, подняв ледяной бурун, через тьму хоть плечом толкай, шел десант на Камыш-Бурун, шел десант на Джимушкай, пели пули в глухой ночи. Можно в воду навечно лечь, и когда-нибудь был в Керчи, я тебе расскажу про Керчь. О, перекрыто, да? Нельзя будет. Ну, добро. Ну, обходят, как всегда. Нам лучше с той стороны. Я могу тебе показать, как мы спускались. С той стороны. Ты хочешь по... Да, по нашему. Пойдем. Можно пойдем, так? Пойдем, да, пойдем. По нашему пойдем. Пойдем. Да, пойдем, пойдем. Там чужое это все. Да, да не пустят. А? Не пустят, вон стоят. Здесь милиционеры. Ну там, понимаешь, там, наверное, эти самые заборы, как мы хотели выйти с нашего переулка, то там надо протискиваться. Машенька, сейчас мы зайдем. Вот, все, уже идем так. Да, я да, я хочу родные места, а мне эти... А он тоже по ним бегал, только немножко... Попал. Я хочу, я это уже то, что о, тут снимаю. А вот это снимал, что это там написано, такое? Ага. Нет, да. Вот это то, что я сейчас снимаю, я уже не буду переносить. Вот это вот сними. Это интересная информация такая. Ну, угу. Все, есть? Да, все, пошли, пошли. Для сохранения... Всегда мечтал учиться в этой школе, но не получилось. Да, я тоже немножко так завидовал этим. Всегда. Думаю. Из нас молодых, ну как, Сережка учился здесь. Телевизор. Нас мы... Сережка. Да, Серега учился, да. Слышишь? А знаешь, в каких годах? Ну, 50-х ну, где-то там. Ну, моложе меня на 4 года. Старше, на 4 только? Старше на 4 года. В Керченских новостях что... говорили, что она скоро будет. Я знаю, музей. Да, да, да. Там был этот опрос. Все были как бы за гимназию. Но потом... Опрос – это опрос. А решает все. Да. Можешь на эту залезть, если хочешь. Там, не, не, все, не, все, не, все. Не, вот этот вот кусок не, простреленный. А вот это, Леня, костюм. Я знаю, Маша, я ж тут родился. Да он строил его. Но я тут родился, я проектировал его. Да? В 1840 каком-то. Да? Да, ну. А вот это не снимаешь костюм, чтобы было не приятно, ладно. Чтобы тебя пропустили позже? Мне не интересно. Вот, ну. Спортивный переулок. Разве это переулок? Это же улица. Все, 20. Куточку жарко. Чека, мы тут не шли тогда, да? Не, мы не шли, мы тогда сразу пошли на наш переулок. Но мы по нему шли же. Да. А там да. Поднялись потом выше еще. Да, а тут мы не шли. А тут мы не шли. Ну, да. Ага. Вот сейчас у него экзамен да, закончится, будет диплом, а диплом он только-то. Начинает. В июне, да, защита? Да. Да. Будет все хорошо, но ему интересно, и это да, его цель, когда. Я когда учился в школе, у меня были двойки и тройки по математике и по физике.
А потом в техникуме и пятерки, и четверки. Не, к тому, что не умели объяснить мне. А в техникуме был такой у нас еврейчик, он все вложил сразу, и так просто оказалось. Да, если так хорошо рассказать, то все просто. И вот эти медальки, которые видишь, вот он рассказывал, они у меня тут... А наши ходили на демонстрации? Нет. Не было вот такого. Такого не было, чего-то. Я был, знаешь, там. На 9 мая только на общее гуляние. Наверх, горе, да. Наверх поднимали всегда. Это было. Расстилали с котерки самобранки. Это было. Да, так вот, я всегда, если что, это событие, да? Когда кто-то идет, сюда выходили, смотрели. Ваш дом выше или нет? Выше, выше. Только его и так нету. Понятно. Ну, все, был. Был. Ага, теперь я вижу, что выше. Смотри, как и пошли, и поехали. Как это? Вот оттуда я сбросил. Ты посмотри. Вот отсюда, я вот, понял. Вот отсюда я сбросил. Ты что, не умер? Нет. Прыгнул на лапы, сказал, ты что, дурак, что ли? И пошел дальше. Дядя Вася, этого кота цыгана. Вот до дна. Был. Был, да. Господь. Ну, Смигре, видишь, написано продам, но то, что там делали, и плюс еще окна. Видишь? Да. Ну, окна новые, не было таких окон. Это новые окна. Да, да. Вот, да, вот это на месте. Вот это, Леха, скажи, покажи.
помедленней. Ну, добре, я вас догоню, я так. А ты помнишь то время, когда она зеленая была? Ну, еще бы. И фотографии есть. Да все есть, да. Где-то наши камни, или это уже эти новоделы тут, но все это наши камни, не? Да, да. Да, да. Смотри, совсем задвинули. Да, да. Нет, там а как ты хотел перелезть? Да вот, вот здесь вот, подвернуть. И... Я не буду, и ты не будешь. Нет, я только загляну. Я чего туда не влазил? Там не проверили. Слушай, я чего туда не влазил, ага. Бо я в какой-то день буду по горе лазить, буду спускаться, загляну сюда и вернусь. Но мы были там. Были там с той стороны. Только я хочу продублировать, бо этот лаптоп мне не внушает доверия. Я хочу потом, когда буду лазить по горе, там, по раскопкам, то я спущусь, сюда пройдусь, от этого, и тут все останется. Ну, добро. Смотри, он даже тут видимый такой огромный. Да. Раньше он не... таким никогда не был. Наш-то нет. Я наш. Говорю, я... Если все посмотришь там с улицы. Шмигель был самый шикарный дом. Да. С этого дома. Ну, в Сергеевке, конечно. Да, да, там красиво. Да. Как все бухты. И солнышко. Оттуда солнышко стоит всегда. Смотри, где у него окна. Хорошо. Вот тут наши всегда сидели с собачками. Дядя Вася с котами, с собаками. На одной из этих тумбочек, но они по-другому. Ну, то было по-другому, они все такие округлые были, и без этих грифонов еще, до грифонов. Да, грифон, так их сейчас нет. Ну, я знаю, вывезли. И говорят, другие сделают, или вообще. Сделали, или те...